И он не понимает по-русски. По-русски не понимает. А вы за него, может, объясните, он не заметил или как? Он будет объяснять. На месте происшествия версию водителя «Жигулей» выяснить не удалось. Он заверил, что не говорит и ничего не понимает по-русски. Об аварии смог рассказать один из пассажиров «семерки». Все трое мужчин приехали в Казань из Узбекистана совсем недавно. «Семерка» ехала на разрешающий. Да, да, конечно, потому что там желтый уже горит светофор. Вот мы вышли. Он сказал, уже успеет, на зеленый успеет. Вместе со мной переезжал «Газель». «Газель» была по левой стороне. «Газелист» успел остановиться. А то, что как бы он меня прикрывал, я не видел его с той стороны. На зеленый проезжать начал, он мне, он тормозной путь, сами видите. По словам водителя «Лады», именно он переезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора, когда его протаранила едущая по Горьковскому шоссе «семерка». При этом, утверждает мужчина, двигались «Жигули» еще и с явным превышением скорости. Теперь сотрудникам ГАИ предстоит выяснить, кто именно из водителей нарушил правила и тем самым стал инициатором столкновения. Мария Молочникова, Александр Царегородцев, эфир 24.